7 утра. Мы выспались. Спали сегодня опять с открытыми дверями. Комаров здесь нету. Сейчас будет скромный завтрак. Форель с ананасами. Перекусим и пойдем сейчас на пляж. Со Златкой пойдем на пляж. Ну, может, по дороге еще где-то надо заехать помыть велосипеды. Потому что мы вчера ездили в такие, что и вспоминать даже не хочется, по каким дорогам мы вчера ездили. Ну, что-нибудь хочешь сказать? Да, доброе всем утро, передаю бабушке. Не слышно. Доброе всем утро, передаю всем привет моим бабушкам, дедушкам, тетям, что-то дядям. Как-то не весело выглядишь. Солнце садись. Местные люди тут не любят рисковать, не подкладывать себе камешки под колеса. Может, и мне подложить тоже? Давай. В другой раз. Вот там вот начинается обрыв, а под обрывом там пляж. Я спущусь еще немножко. Но на самый край я не пойду, конечно. Потому что могут просто, не то что я там боюсь, но людям просто камни могут покатиться и упасть на голову с этой горы, соответственно. Потому что этот пляж, он находится прямо под обрывом. Вот такая вот красотища. Сейчас покажу пляж. Пойдем искупаемся вот в этой вот чистейшей водичке. Это по секрету вам расскажу. Пляж находится в городе Орлец. Я дам потом точку, где поворот. Вот по такой дороге к нему еще спускаться туда надо. Вот это вот все, вот там люди идут. И туда еще наверх, вот и там где-то наверху машины. Эту половину мы прошли. А с этой стороны еще один пляж, но туда никто не ходит, потому что туда очень крутой спуск и нету дороги, и тропинки нету. Опасно идти, эти камни из-под ног могут выскочить, и можно покатиться по этим камням, больно побиться. Ну, удовольствия мало. Ты можешь, знаешь, где идти? Вот здесь вот прямо пройти и там спуститься прямо к дороге. Чтобы обратно не идти. Вон Златка идет. А вот он пляж, уже его видно отсюда. А нам за поворот еще один поворот. Ну, довольно долго, наверное, километр, может даже больше со всеми этими поворотами. Но зато это того стоит. Особенно чистая здесь вода, вообще мало кто купается. Не устала? Может, отдохнешь? Очень приятные камушки на ощупь. Можно ходить босиком и не ранить ноги, не так, как на тех пляжах, где острые камни.
Thank you.